Всем привет! С вами 13 из иксов. Сегодня мы рассмотрим изделие от компании Zeps OMS-5P. Поехали! Не так давно мы снимали обзор на продукцию компании Zeps, растяжку OMS-5, и сравнивали ее с растяжкой MMS от компании StrikeArt. На видео было видно, что по своим габаритам OMS-5 и MMS от StrikeArt примерно одинаковые. OMS-5P, если сравнить ее с тем же MMS от StrikeArt, значительно больше, чем MMS. Получается, как и OMS-5 от компании Zeps. Смысл и принцип работы данной растяжки заключается в следующем. При срывании кольца из растяжки вверх выпрыгивает заряд на шнуре. По заявлению производителя, длина шнура составляет около 2 метров. При растяжении шнура в максимальную длину происходит инициация и взрыв. То есть граната взрывается над головой противника, ну, либо у головы противника, если он как бы длинный. Поэтому данные растяжки следует устанавливать где-то в поле, на дорогах, на тропах предполагаемого движения противника. Под деревьями и в лесу ее устанавливать не очень удобно, так как при вылете шнура он может удариться о ветки, максимально не растянуться и, соответственно, не взорваться. Давайте попробуем ее установить. Для ее установки нам нужно будет срубить или срезать два колышка, которые воткнуть в землю, и установим растяжку в высокой траве. То есть ее будет не видно, и при движении противника она максимально вылетит и взорвется. Поехали! После установки растяжки, ну, по желанию ее можно замаскировать и так далее. Кольцо, к которому привязана веревка, оно удерживается металлическим гвоздем. Перед тем, как уйти с места растяжки, этот гвоздь необходимо вынуть, потому что он служит предохранителем. Вот, наверное, и все. Растяжка готова, можно взрываться. А, немаловажный момент. Ставьте эту растяжку под прямым углом. То есть не наклоняя вот туда или сюда. Потому что если наклонить, может прилететь противнику в ебало. А это небезопасно. Поэтому ставьте прямо, чтобы она улетала вверх и взрывалась вверху. Попробуем взорвем. Поехали. Прикольно, прикольно. Вот такое получилось видео. OMS-5P просто супер. Взорвалось лучше некуда. Немножечко я вас обманул. Длина шнура 2,5 метра. Если эту растяжку грамотно установить, вот так же в поле, на пути противника, взорвется, сразу погибнет несколько человек. Обязательно мы OMS-5P будем использовать всей командой, обязательно будем устанавливать, пробовать и так далее. Всем спасибо за просмотр, с вами был 13 из иксов, всем пока!